5 февраля с 10 до 13 часов в ЦКТ Кубинка состоится очередное выездное мероприятие «Мобильное приемное». Его главная цель – оказание комплексной помощи родителям особенных детей, а также взрослым людям с инвалидностью. Мобильное приемное – это возможность получения индивидуальной консультации, в частности, о законных правах и положенных льготах. В ее работе примут участие представители практически всех профильных ведомств и общественных организаций округа.